me a ticket for an aeroplane. Всем привет, меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я хочу показать вам, что же я беру с собой в путешествие, как правильно упаковать чемоданы, что взять с собой и куда все складывать. На самом деле это очень актуальное видео, потому что сейчас сезон отпусков, это раз. Во-вторых, я путешественник с огромным стадом. Во-вторых, я путешественник с огромным стажем. Я за свою жизнь упаковала, наверное, чемоданов 200, если не больше. Поэтому, я думаю, мне есть что вам рассказать. Если вы неправильно упакуете свой багаж, это может для вас обернуться плачевно во всех смыслах. И в этом видео вы узнаете, почему я так говорю, да. И дело в том, что это видео горяченькое. Совершенно недавно я вернулась из Москвы. Специально я не распаковывала свой багаж. Хотела снять такого рода видео, мне эта идея пришла в самолет. Хочу вам показать все, как есть на самом деле. И с собой я всегда беру два чемодана. Один чемодан у меня большой, который я сдаю всегда в багаж. И второй чемодан у меня поменьше, специально для ручной клади. Вначале я покажу вам, что находится в моем чемодане, который я сдаю в багаж. Этот чемодан я очень люблю, он у меня достаточно давно. И, конечно, я бы хотела себе купить Samsonite или другой фирмы чемодан, который очень красивый, очень крепкий, у него супер колесики. Цена самсонитовские чемоданы, они просто шикарные, но дело в том, что часто бывает такое, что чемоданы теряются, их даже бывает воруют специально, потому что, ну, видят, что классный чемодан, но мне жалко тратить деньги на то, что могут либо украсть, либо он реально пропадет. Конечно, здесь огромный минус, то, что два колеса. Лучше всего, когда на чемодане 4 колеса, так его намного удобнее возить и катить. Кладите все ваши кремы, баночки, скляночки, шампуни в отдельные пластиковые сумки, либо какие-нибудь очень плотные тканевые сумки, либо в очень плотные пакеты для того, чтобы они не разлились, не пролились на ваши вещи. Первое, что попадается мне в руки, это замечательная сумка для перевозки разных жидкостей и гигиенических принадлежностей. Это, можно сказать, моя must-have-ная сумка, она очень удобная. Удобная она тем, что она компактная, во-первых. Во-вторых, она раскладывается, и здесь есть крючок. Можно зацепить эту сумку на змеевик, на батарею, на какой-нибудь крючок в ванной комнате. В этой сумке у меня все самое необходимое для гигиены. Вот он, вот крючок, вот так она раскладывается. И, в общем, такая она огромная становится. Обязательно беру с собой крем для лица универсальный, который можно и днем, и ночью использовать, потому что брать с собой полностью всю линию, которой я увлажняю свое лицо, ухаживаю за своей кожей, это нереально, потому что слишком много баночек, все по минимуму. Обязательно беру с собой маску для лица, питательную, потому что без маски, ну, вообще никуда, когда вы на отдыхе, бывает, что вы сгорите или что-нибудь в этом роде, какой-нибудь маслице. У меня марокканское вот такое масло, его и на кончике волос использую, и на лицо, и так далее. Разные кремы для загара, масло для загара я вожу в пакете, в обычном, который застегивается сверху, и я его еще вот так скручиваю несколько раз и кладу обязательно не на вещи, а вещи мои обязательно тоже в каких-либо пакетах. В принципе, мне комфортно и удобно возить некоторые вещи в обычных плотных пакетах, которые продаются у нас в магазинах. Потому что масло – это такая коварная штука, которая обязательно проливается на ваши вещи, обязательно разливается по всему чемодану, если вы не упакуете. Я всю обувь тоже запаковываю в отдельный пакет. Это тоже очень удобно. Можете каждую пару, конечно, упаковать в разный пакет. Вот у меня вещи в пакете, здесь очень плотный пакет, хороший, в него помещается много вещей, можно по цвету их распределить, темные вещи в один пакет, светлые все вещи в другой пакет, это на всякий случай, потому что тоже может что-нибудь как-нибудь прольется, и если черное будет на белом или красное на белом, если все это потечет, то белая вещь ваша покрасится. А также я советую перевозить все ваше нижнее белье, носочки, чулочки тоже в отдельных пакетиках. Всегда я беру с собой утюжок для волос. Во-первых, утюжком для волос можно выпрямить волосы, а во-вторых, можно также им завить волосы, сделать кудряшки. Поэтому это такой универсальный гаджет. Следующая сумка у меня практичная, специальная для таких, знаете, банок и
жидкостей, которые могут разбиться, взрываться. Вот, например, лаки нельзя брать с собой в ручную кладь. Маникюрные наборы, колющие, режущие ножнички, щипчики тоже с собой брать в ручную кладь нельзя. У нас, я говорю, могут выпустить из нашей страны, из СНГ, а вот в других странах вас просто выпотрошат, и лучше с этим не связываться. Лучше все сдать в багаж, все вот эти банки, склянки, кожу, колющие вещи. Депилятор у меня в такой отдельной сумочке. Вот, для пяток, пилочка шел, жидкость для снятия лака, две пилки, ну еще пару лаков я обязательно с собой беру. В этой сумке у меня косметика, она тоже как бы не пропускает влагу. Здесь у меня есть зеркальце, ушные палочки, в принципе, можно взять их и в ручную кладь, но я сдаю. Духи я тоже свои на всякий случай сдаю в багаж, мало ли что произойдет. Вот у меня здесь еще специальная такая защитная есть штучка, что, в принципе, ничего не нажмется и не протечет. Вот, у меня здесь все навалено, я как бы отдельно там кисти не складываю, у меня здесь и кисти, и все самое необходимое, то есть BB-крем очень удобно брать на море, потому что он заменит вам и крем обычный увлажняющий, и плюс SPF защита здесь, я беру с собой бьюти-блендер, кисточка для пудры, пудра сама, тушь какая-нибудь мини-версия, пробничек, тушь для бровей у меня коричневая. Что еще я беру? Очень мне нравится брать с собой в путешествие. Вот три в одном от NARS. Здесь бронзер и румяна, и хайлайтер. То есть три продукта отдельных я уже с собой не беру, потому что все здесь в компактной travel-версии. А также я советую взять какую-нибудь одну универсальную палетку теней, в котором, в принципе, все универсальные оттенки, благодаря которым можно сделать и дневной, и вечерний яркий макияж. Ну что, ребята, я надеюсь, это видео было для вас полезным, информативным. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.